Что болезнь еще? Но привет, но ты не подумай. Нет, я не об этом. То мне просто лишь бы не лично. Лучше мы прятаем от этого. А я так ненавижу июль из-за прошлого лета. Точнее, восьмое, точнее, уже больше некуда. Мне все говорили, что в мире такого, как ты, не найду, но я. Но я ненавижу кричала в ответ, зачем меня дуря. И если бы не рукава, одна или после ночи, я точно не знала, зачем. Почему люди плачут? Если в вашей жизни перерастает ложь в такое.